Сборочка перед вами, и она, ну, максимально приближенная к дефолту, потому что здесь установлен монолит для максимально апа дистанции, это 25% дистанции поражения. По минусам у нас чуть режется АДС и кучность стрельбы, ничего военного, ничего страшного. Второй модуль это у нас тваляка, опять вытягиваем максимум РНЖи. Максимум дистанции, плюс 10%, контроль над горизонтом в плане отдачи и дает немножечко кучности. Время прицеливания минус 8%, то есть немножечко заходить прицел как бы должна медленнее, но зная запас по скорости по АДСу непосредственно у самой пушки Феник, я думаю тут все, как говорится, будет хорошо. Третий модуль это у нас приклад, устойчивый приклад RTC. Который нам дает кучность стрельбы 10,8%, уменьшает тайм-панч, то есть рывок при попадании, и дает контроль над горизонталочкой. В принципе, очень-очень неплохое сочетание. Я, честно говоря, не видел, чтобы такой приколот ставили именно на Феник, но здесь его поставили. Посмотрим, как это будет работать в коллаборации. Пока по первым трем модулям все предельно просто и понятно. Следующая инновационная штучка, а именно четвертый модуль, это подствольная... Подствольная передняя рукоятка, давайте так ее назовем. Передняя рукоятка исполнителя, которая дает контроль над вертикалкой 13,9% и немножко режет АДС. Контроль, вы знаете, что в плане непосредственно вертикала, здесь он необходим просто жизненно для Феника, поэтому это одобряем и опять же попробуем посмотреть, как это все работает. Ну, я думаю, будет работать превосходно. Так, боезапас. У нас увеличенный магазин А, дает плюс 10% к емкости магазина, и это тоже необходимая вещь. Сборка максимальная дефолтная, если что, друзья мои, запоминаем, скриним. Ну, я думаю, что она очень-очень даже будет играбельна. Играбельно. Минуточку внимания. Рекламная пауза. Господа, если вы давно искали способ, как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке, то смелостью могу вам рекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Lumumba Shop. Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками. Можете приобрести пропуск снабжения, что недельный, что месячный. Ну а что касается аккаунтов, где доступен магазин с цепишками, цены вас приятно удивят, поэтому залетаем. Ссылку на мой магазин можно будет найти в описании к этому видеоролику. Ну а сейчас возвращаемся к просмотру бомбического видоса. А, кстати, немножечко АДС подухерился. Ну, типа, ну, прям чувствуется. Сейчас посмотрим. Ну, такое ощущение, что вот бы немножечко подускорить эту пушечку. Учитывая то, что это Феник. Ну, да ладно. Сейчас я гляну еще, что тут по отдаче у нас. Горвать, парни. Не оставляем никого в живых. Всех рвать. Ахуй. Какой же непривычный Феник. Как же его немножечко подрывают. Но сейчас глянем. Так, а где ребята? Где ребят? Можно кусочек ребятушек? О май, под Ленина патрона залетело. Давай! Ё-моё! Ах! Одетился тип. Будьте здрасте, вы что, сдурели? Как такое возможно? Не, ну Феник сбривает, кстати, быстро. Очень быстро сбривает. К нему нужно немножечко подпривыкнуть. Я думаю, через пару-тройку каточек к нему можно будет привыкнуть. И прям хорошо. Так, мы пока делаем ветер в волосах. Респа поменялась, нужно попробовать пройти через вагон. Сейчас так и попробуем сделать. Что там за зажимы такие? Флеха. Ай-яй-яй-яй-яй. Терри-ри-ри. Парни, обязательно чатик почитаю, только нужно немножечко как бы каточку откатать и прочитаю все. Все перечитай. Не волноваться. О, как он сбривает быстро, это пипец. В упоре сбривает моментально. Да и в принципе на даль так. Неплохо. О, на респе, парни. Бля, какой же он убийственный, ё-моё. Я знал, конечно, что он такой.
Ну, конфигурация очень даже имеет место быть. Немножко не хватает АДСа, а так, в принципе. Алло, ну сюда. Так, мне там еще сверху щемит. И снизу. Ё-моё, ну он сбривает очень люто. Тут остался еще или нет? А, не, ушел. Он спрыгнул, наверное, ко мне туда. Так, а что мы тут делаем? Ай-яй-яй-яй-яй, конечно же. Бляха. Быстренько как-то он меня... Он просто волосил. Так, ладно, окей, возвращаемся. Ну, реально финик не понравился. Чуть-чуть, вот, как я и говорил. Вот, и даже на этот, на дистанцию неплох. Ну, типа, на средней, да? На средней. Хотя бы пешка, которую сильно ведет. У которого не сильно... А! Да, я тебя убью, дядя, ты чё? Ещё дал мне этот поднос. Бляха, я начинаю влюбляться в феник, алё. Только просто еще у самого кибера там стоит, конечно, пейтувиновский скин, встроенный в калимейшеном, но все же. По-моему, тут дядя, да? Показалось? Его уже забрали, услышал. Так, мы пока ведем. А ну-ка, дайте БПЛ-шечка работает, парни. Бля. А! Не вовремя перекинулся. Так. Парни, чатик обязательно прочту, только нужно будет... Бляха, ну он очень неплохой. Братва, сборку однозначно рекомендую. Сбрив... Феника в этой конфигурации просто невероятный. Крутимся. Что-то, блядь, не видно было? А я здесь. Тут ко мне и шли сзади, по-моему. Бляха, не впадал в дырку. Ну шо ж ты, сука, такая? Я ж видел, что он там. Ну, я слышал, точнее, оно в дырку просто не проваливалось. Так, и позакрыли. Так, в принципе, там чуть осталось, и... У, куда, дядя? На ближней дистанции против Феника. Фу. Алошенька. Не. И дальнячки он хорошо берет. Ну, прям, меня Феник порадовал. Я вот 300 лет с ним не катал, а очень даже зря. Ай, бляха, я ж слышал, где-то он рядом был. Самурайское дело пойдет или нет? Все, мы выиграли. Красавчики, парни, красавчики. В принципе, раскаточная-прокаточная была неплохая. Сейчас еще разборочку. Оу, ё-моё, получилось даже MVP-шечку взять. Thank you very much, Phoenix, за такой подгон. Thank you very much, Phoenix, за такой подгон. Сейчас вторую будем порочку разбирать, раз такое дело пошло, раз такая пьяночка. Блин, прям круто. Прям очень круто. Феник неожиданно для меня. Мне раньше не особо его любил, но прям открыл себя сейчас превосходно. Парни, всем лайкосики, всем пятюни, красавчики. Так, сейчас покажу еще разочек сборочку. Чтобы для себя вы ее задокументировали и как бы было все чиногодно. Благородно. Вот такая вот сборка, вот такая волына разваливает кабинеты абсолютно всем. Пользуйтесь удовольствием, как говорится, Владос рекомендует и Киберспорт также.